Телеканал КРТ представляє. Ми зараз перейшли на режим карантину. Як ви вважаєте, взагалі, от коронавірус, ви як журналіст, як людина, яка розуміє, як працюють СМІ, це реальна загроза, чи може це щось таке більш розкручене? Це по-перше, а по-друге, от у нас карантин, багато людей, ну, нам зараз треба от на такому розстоянні стояти один від одного. Не пожиматися руки престижні. Так, да, тільки ножками да, стукатись. І закон про відкриття ринку. От якось так співпадає, що збиратися нельзя великою кількістю людей. И закон может принять? Нет, не будет. Не будет. Я думаю, что это несколько надуманная манипуляция. Поверьте, нашим людям, для того, чтобы собраться на митинг, в случае, если понадобится, они найдут возможность. Там же ограничение до 200 человек, правильно? Ну, значит, они будут собираться кучки маленькими, да? Митингами по 200. Поверьте, то есть это не есть препятствие, никого это не остановит. У нас уже разные были форматы майданов, поэтому я не думаю, что это сработает, если такая тонкая манипуляция, но вы слишком серьезно думаете о нашей власти. Вот на такие... Это, знаете, это ход второго... Это же люди, вибачте мене, в Верховну Раду потрапляют сами разумные, сами выхованные, сами честные. Вы сейчас про Украину говорите? Я сподіваюсь, что да. Понятно. Ну, думаю, что нет. Думаю, нет. А что касается коронавируса, то, вы знаете, вот я вчера была в супермаркете без рекламы, в одной крупной торговой сети, где... собирается под одной крышей, ну, больше, наверное, чем 200 или 300 человек, потому что это огромный такой хаб пищевой. Я, кстати, ненавижу эти магазины, это просто ужас. Я наблюдаю, как люди, как по музеям ходят по этим магазинам, часами тратят время на изучение товаров, полок. Это своеобразный способ, это как хобби у многих. То есть люди ходят на работу, а потом ходят в супермаркет как способ отвлечься от рабочего. Знаете, я очень редко от девчат так и чую. Это ужасно. Я вам честно скажу, для меня поход в супермаркет – это целая мука. При том, что мне нужно там регулярно закупаться, потому что у меня большая семья, а я терпеть этого не могу. Потому что это трата времени, это этот консюмеризм, который тебя вообще отвлекает от всех духовных мыслей. Но дело не в этом. Дело в том, что вчера под крышей Ашана, раз уж мы назвали название супермаркета, собралось огромное количество людей, которые там ходили, терлись, боролись за эти товары и прочее. То есть, ну, хорошо, где карантин? То есть, вот вам, пожалуйста. А дети, которые остались сегодня дома, вы знаете, что коронавирус – такая болезнь, которая меньше всего поражает детей. Практически нет ни одного случая, насколько я знаю, смертности среди детей. Коронавирус – это такая болезнь, которая в основном трогает пожилых людей. Так вот, дети остались сейчас бабушками дома, и дедушками. С бабушками. Министр иностранных дел написал сообщение, что детей можно брать с собой на работу, если некому их оставить. Про сотрудников, я так понимаю, ведомства. У нас сразу взрастает коэффициент полезности КПД. Да, теперь зайдите в метро ради интереса, посмотрите, какое количество людей ездит там с детьми. Ну, потому что они их возят к бабушкам, и возят, вы не удержите. Так, вы ведете до того, что нема никакого сенсу. Ну, смотрите, цьому... мне кажется, то есть я могу, конечно, ошибаться, наверняка есть, ну, медики, возможно, у них есть своя трактовка, ну, у них есть своя трактовка. Но, ну, скажем, я сужу по своей школе, вот у нас сельская школа, ну, как бы мой дом находится в деревне, там есть такая полузакрытая сельская школа. Было очень спокойно, когда дети из дома выезжали в школу и там проводили какое-то количество времени. Сейчас они находятся дома. И я понимаю, что вот эта вот камерная обстановка, это просто, во-первых, это целая мука, то есть для них это будет очень тяжело удержать их там. Особенно сейчас начнутся солнечные дни, они все начнут бегать, и вы не удержите здоровых детей никогда на территории там квадратных метров. А я представляю, как ситуация в хрущевках и сталинках. И эти мамы пойдут с этими детьми на детские площадки и во всякие зоны активности. Ну, посмотрим. Может, я ошибаюсь, конечно. Я могу допускать, что я тут некомпетентна в этой истории. Ну, давайте будем сподіватися, что все будет добре. Все будет хорошо. Как спевал пан Вакарчук, все будет добре. Для каждого из нас. Я смотрю, вы хорошо знаете его песни наизусть. Да, да. Мне очень понравилась вся его творчесть. Раньше. Раньше, да.